И к новостям спорта. Мотогонщики Хасанского района приняли участие сразу в двух серьезных соревнованиях. Соревнования проходили 25 апреля в пригороде Артема на мотокросс-трассе «Примринг». В них приняли участие спортсмены из Уссурийска, Владивостока, Находки, Большого Камня, Лесозаводска, Арсеньева, Славянки, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Краснодара. Хасанский район представляли трое спортсменов – Валерий Наумов, его дочь Юлия Наумова и Максим Усов. Это была первая гонка после перерыва длиной в год из-за пандемии. Все спортсмены соскучились по скорости, экстриму и дружескому общению. Традиционная полевая гонка не испортила отличного впечатления от начала сезона по мотокроссу. Соревнования прошли без травм и серьезных падений. Валерий Наумов в классе ветераны был 7-м. Такое же место в классе 85 кубических сантиметров заняла Юлия Наумова. А вот Максим Усов в классе хобби пришел 19-м. Спустя неделю наши спортсмены отправились на чемпионаты первенства города Уссурийска. Организаторы соревнований подготовили сюрприз для гонщиков, изменили несколько элементов трассы. Возможно, это и дало преимущество Валерию Наумову, который стартовал в классе ветераны первым. Ему удалось продержаться на третьей позиции в течение 15 минут, не давая другим соперникам его обогнать. Второй заезд прошел также успешно, и результатом стало заслуженное третье место. Тем временем Юлия Наумова попыталась дать отпор мальчишкам, но, видимо, силы были неравны, и она стала 7-й. А вот Максим Усов впервые выступал на этой трассе и стал 17-м в классе хобби. Сейчас наши спортсмены готовятся к очередным соревнованиям, которые состоятся в конце мая в Дальнегорске. Это будет первый этап чемпионата и первенства Приморского края по мотокроссу.